Доктор Стравинский. Как Понтий Пилат. Пожалуйста. Целое дело сшили. Сик транзит Глория Мунди. Шизофрения. И про это знал. Вы поэт. Я поэт. А вы профессор. И вы здесь главный. Угу. Мне с вами нужно говорить. Я для этого и пришел. Дело вот в чем. Меня здесь сумасшедшего вырядили. И никто не желает меня здесь слушать. О, нет, мы вас здесь внимательно выслушаем. И в сумасшедшего вас рядить никому не позволим. Так слушайте же. Вчера вечером на Патриарших я познакомился с таинственной личностью, с иностранцем. Не с иностранцем, но который заранее знал про смерть Берлиоза и лично видел Понтия Пилата. Пилата? Это который жил при Иисусе Христе? Тот самый. А ваш приятель Берлиоз погиб под трамваем? Именно! Его вчера при мне зарезало трамваем на Патриарших. А тот самый загадочный гражданин... Знакомый Понтия Пилата. Именно он! Так он заранее сказал, что Аннушка разлила подсолнечное масло, а он и поскользнулся на том самом месте. Как вам это понравится? А кто такая эта Аннушка? Да Аннушка здесь совершенно не важна. Черт ее знает, кто она такая. Дура какая-то, Садовой. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал про это подсолнечное масло. Вы меня понимаете? Отлично понимаю. Не волнуйтесь и продолжайте. Я продолжаю. Так вот, этот страшный тип, он врет, что он консультант, обладает нечеловеческой силой. Например, за ним погонишься, а догнать его не представляется возможным. Более того, с ним еще парочка, тоже хороша, но в своем роде. Один длинный, клетчатый, стекла битые и невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. И главное, он лично был на балконе у Понтия Пилата. В чем нет никакого сомнения? Это что ж получается, а? Его надо немедленно арестовать, а то он натворит неописуемых бед. Значит, вы добиваетесь, чтобы его арестовали. Я вас правильно понял? Совершенно правильно. Ну как же не добиваться? Подумайте сами. А между тем меня силою задержали здесь, тычут в глаза какой-то лампой, в ванне купают, про дядю Федю расспрашивают, который пил запоем в Вологде, а его, между прочим, уже давным-давно на свете нет. Я требую, чтобы меня немедленно выпустили. Славно. Вот и славно. Вот все и выяснилось. Действительно, зачем задерживать в лечебнице человека здорового? Я вас немедленно выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Вы нормальны? Я нормален. Вот и славно. А если так, давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день. Вчера вы повесили на грудь иконку. Было? Было. Было. Явились в ресторан в одном белье, с зажженной свечой в руке, и в ресторане побили кого-то. Было? Было. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Спрашивается, можно ли таким образом кого-нибудь поймать или арестовать? И если вы нормальный человек, вы сами же ответите. Никоим образом. Желаете уйти отсюда? Пожалуйста. Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь прежде всего? Конечно, в милицию. И что вы там скажете в первую очередь? Про Понтия Пилата. Федор Васильевич, пожалуйста, выпишите гражданина бездомного в город.
Но эту комнату не занимать, постельное белье можно не менять. Через 2 часа гражданин бездомный опять будет здесь. А на каком основании я опять буду здесь? На том основании, что когда вы в кальсонах явитесь в милицию и скажете, что вы встречались с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, вас ментально доставят сюда. Ну, а при чем здесь кальсон? Главным образом Понтий Пилат, ну и кальсоны тоже. Ну, его необходимо поймать. Вы это понимаете? Но зачем же самому-то бегать? Изложите на бумаге ваши подозрения и обвинения против этого человека. Нет ничего проще, как переслать вашу бумагу куда следует. Только одно условие. Не напрягайте мозг и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Мало ли что можно рассказать. Не всему же надо верить. Понял. Прошу выдать мне бумагу и перо. Федор Васильевич, выдайте по эту бумагу и коротенький карандаш. И кислород попробуйте. И ванны. Подавайте заявление. Товарищ Бастой, прошу выделить жилплощадь покойного Берлиоза. Обещаю произвести ремонт на свой счет. Давайте заявление. Я указываю на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитом. Заявление. Гражданин Квасов похитил у меня пельмени, уложив их непосредственно в свой карман. Подавайте товарищ, заявление. Товарищ Бастой. Обещаю покончить жизнь самоубийством. Подавайте заявление. Товарищ Басов, заявление. Да. Товарищ Басов, я признаюсь вам в тайной беременности, и поэтому претендую на жилплощадь покойного. Заявление. Вы ко мне, товарищ? Вы кто такой будете, гражданин? Ба! Никанор Иванович! Никанор Иванович! Какими судьбами? Никанор Иванович! Я извиняюсь, вы лицо официальное? Эх, Никанор Иванович, что такое официальное лицо или неофициальное? Это все зависит, с какой точки зрения смотреть на предмет. Никанор Иванович, все так зыбко и условно. Сегодня я лицо официальное, а завтра, глядишь, и неофициальное. А бывает и наоборот. И ой, как бывает. Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия? Фамилия моя, ну, скажем, Коровьев. А может, закусим, а, Николай Иванович? Без церемоний. Какие закуски? На половине покойника сидеть не разрешается. Вы что здесь делаете? Я? Извольте видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющей резиденцию в этой квартире. Иностранный артист господин Волан был любезно приглашен директором Варите Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своей гастроли у него в квартире, о чем он еще вчера написал вам письмо с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту. Ничего он мне не писал. Ну как это не писал? Поройтесь в портфеле-то. Не писал. Сверху, 3-й листок.
Но? Как же я про него забыл. И когда же Лиходеев едет в Ялту? Я здесь. Он уже уехал. Он уже черт знает где. Никанор Иванович, ввиду того, что господин Воланд ни почем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то не сдаст ли жил товарища на недельку ему всю квартиру, то есть и комнату покойного. Ведь ему безразлично, покойного-то. Ему, ну сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира это ни к чему. Иностранцам полагается жить в метрополии. Говорю же вам, капризен как черт знает что. Но не желает. Не желает, не любит он гостиниц. Да я вам больше скажу. Вот, вот они. Не поверите, где у меня эти интуристы. Приедет. Или нашпионит, как последний сукин сын. Или капризами замучает. И то ему не так, и это ему не так. Ну, вы меня понимаете. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит. Миллионер. Миллионер. Прежде всего, придется увязать этот вопрос с интуристским бюро. И понимаю. Давайте увязывайте, увязывайте. Конечно, вам вот вам телефон, начинайте увязывать. А насчет денег не стесняйтесь. С кого же и взять, если не с иностранства? Вот будущим летом будете за границей, непременно заезжайте к нему на виллу в Ниццу. Какая вилла? Ахните. Алло. Алло. Интурист? Да. Ну? Это Басой говорит. Председатель жилконторы. Мы знаем о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева. И против этого не возражаем. Вот и чудненько. Прошу вас. Что же, жилтоварищество согласно сдать так, на неделю квартиру номер 50 артисту Воланду с платой по... По? По 500 рублей в день. Так, 500 на 7. Это 2 в уме. Это 3500. 3500. Это мало. Просите 5. Даст. Eins, zwei, drei. Преследуется. Кто же видит-то? Где свидетели? Никанор Иванович, ну что вы? Ну, это же, ну что это? Желаем здравствуйте. Скажи мне, любезный Фагот, как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось. Точно так, мессир. Ну что ж, сегодня в варьете увидим. Кстати, мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил? Мессир, вам стоит только приказать. Алло, алло, считай своим долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества, номер 3302 бис по Садовой, Никанор Иванович Басой, спекулирует валютой. Да, да, в данный момент в его квартире, в вентиляции, в уборной, в газете, в бумаге $400. Да, кто говорит? Говорит жилец означенного дома, Тимофей Квасов. Но я вас заклинаю держать мое имя в тайне, опасаясь мести вышеизложенного председателя.
Чтоб вам провалиться, поесть не дадут. Нет у меня. Нету. Насчет квартиры, скажи, через неделю заседание будет. Квартира председателя жилтоварищества Басова? Да. В чем дело? У нас в квартире ничего такого не может быть. А у вас документики? Извиняюсь. Пройдемся. Так. Доллары вентиляции. Ваш пакетик? Нет. Подбросили враги. Это бывает. Ну что ж, надо остальные сдавать. Нету у меня. Нету. Богом. Клянусь. Никогда в руках не держал. Вот. Вот контракт. Переводчик гад подбросил. Коровью в пенсне. Товарищи, держите их. У нас в доме нечистая сила. Покайся, Иваныч, покайся. Тебе скидка выйдет. Дура проклятая! Звони ты Варенуху или Лиходееву еще раз. Да нету Лиходеева дома. Я уж курьера Карпова посылал. Никого нету в квартире. Вот. Черт его знает что. Вот не нравится мне эта затея, не нравится. Хоть бы показал того мага. Ты хоть его видел? Откуда он его выкопал, черт его возьми? Ну, где Лиходеев? Где? У меня дело стоит. Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай? А хорошо бы. Где тут варьете? Здесь. Сверхмолния вам. Распишитесь. Ялты, Москву, варьете. Сегодня 11:30, уголовный розыск явился шатен кальсонах без сапог, психически назвался Лиходеевым, директором варьете. Молнируйте ялтинский угрозыск, где директор Лиходеев? Здравствуйте, я ваша тетя. Еще сюрприз. Лжедмитрий Второй. Так. Алло. Алло, телеграф? В счет в варьете. Примите сверхмолнию. Ялта, угрозыск. Директор Лиходеев находится в Москве. Финдиректор Римский.
Вы Никанор Иванович Босой, председатель домкома номер 302 БИС по Садовой. Я Никанор. Конечно, Никанор. Но какой же я к шуту председатель? То есть как? А так, что ежели я председатель, то я сразу должен был бы установить, что он нечистая сила. А то, что же это, пенсне треснуло. Весь в рванине. Какой же он может быть переводчику иностранца? Про кого говорите? Коровьев. В 50-й квартире у нас засел. Пишите. Его немедленно изловить надо. Пишите. 6-я парадная, там он. Откуда валюту взял? Бог истинный. Бог всемогущий все видит. В руках никогда не держал. И не подозревал, какая такая валюта. Господь меня наказует за скверну мою. Брал. Брал, но брал нашими, советскими. Прописывал за деньги, не с хрою, бывало. Хороший наш секретарь, Пролежнев, тот же хорош. Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал. А теперь не валять дурака, а рассказывать, как попали доллары в вентиляцию. Желаете? Землю есть буду, что не брал. А Коровьев, он черт. Всякому терпению положен предел. Говорить человеческим языком. Вон он за шкафом. Ухмыляется. И пенсне его. Держите его. Окропите помещение. Окропите помещение. Распишитесь. Что? Умоляю верить, брошен Ялту гипнозом Воланда, молнируйте угрозу подтверждения личности Лиходеев. Ты же в начале 12-го разговаривал с ним по телефону. Да это смешно. Это смешно. Это разговаривал я, не разговаривал. Он сейчас не может быть в Ялте. Это смешно. Он пьян. Кто пьян? Ну, Лиходеев. Гипнозом. А откуда ему известно о Воланде? Фе. Нет, нет, это чепуха, чепуха, чепуха. А где он вообще остановился, этот Воланд? А? Интурист? Из Варьете, говорят. Скажите, а где остановился артист Воланд? Ну? 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 У Лиходеева. Открывай.
Никого. Чисто. Странно. Пошли. Где Коровьев? Я не знаю никакого Коровьева. Как так, Пролежин? Секретарь правления, не знаете, кто у вас живет? Я не знаю. Не видел, не ведаю. А председатель правления Босой ведает. Садитесь. Вам фототелеграмма. Распишись. Москва, Варьете. Доказательство мой почерк, моя подпись. Молнируйте подтверждение. Установите скрытое наблюдение Воландом. Лиходеев. Этого не может быть. Дай. Это его почерк. Не понимаю. Не понимаю! Сколько километров до Ялты? Думал. Уже думал. До Севастополя по железной дороге около 1500. Да до Ялты накинь еще 80. Ну, по воздуху оно, конечно, меньше. Но кто ж его пустит в самолет? Все. Все. Так. Алло. Примите сверхмолнию. Говорите, да. Ялта. Угрозыск, да. Сегодня около 11:30 Лиходеев говорил мною телефону Москве лично. Точка. Угу. После этого Лиходеев на службу не явился. Разыскать его телефоном не можем. Точка. Почерк подтверждаю. Точка. Меры, указанным артистом, принимаются. Точка. Финдиректор Римский. Очень умно. Ага. А сейчас, Иван Савельевич, отвези-ка ты все это лично в НКВД. Пусть там разбираются. А вот это действительно умно. Все. Куда? Да-да. Алло, а можно попросить артиста Воланда? Они отдыхают. А кто его спрашивает? Администратор Варьете Варенуха. Иван Савельевич, страшно рад слышать ваш голос. Как ваше здоровье? Мерси. А с кем имею честь? Помощник его и переводчик Коровьев. Весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич. Распоряжайтесь мною, как вам будет угодно. Простите, а что, Степана Богдановича Лиходеева сейчас дома нету? Увы, нету. Уехал. Как уехал? А куда? Куда? За город. Кататься на машине. Как? Как кататься? Когда вернется? Мерси. Будьте добры, передайте месье Воланду, что его выступление сегодня в третьем отделении. Иван Савельевич, непременно, срочно, всеобязательно передам. Прошу принять мои наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания. Успехом, родной, удачи, полного счастья, побед, всего-всего. Ну, конечно, что я и говорил, никакая это не Ялта, он уехал кататься. Ну, если это так. Вспомнил. Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная Ялта. Все понятно. Он туда уехал, напился и оттуда телеграфирует. Ух, дорого ему эта прогулочка обойдется. Ой, как дорого! Ух! Погоди.
А как же угрозыск? Ой, вздор, ну вздор, его собственные шуточки. А пакет-то везти? Обязательно. Ялта, Москва, Варьете. Спасибо, подтверждение. Срочно 500 угрозыск мне. Завтра вылетаю в Москву, Лиходеев. Он с ума сошел? Помилуй, Григорий Данилович, вот, по-моему, ты зря деньги посылаешь. Ничего, ничего. Деньги вернутся обратно. А вот он сильно ответит за этот пикничок. Поезжай, Иван Савельевич. Немедли. Загни и не продавай. 30 лучших мест в ложах и в партере. Да. Иван Савельевич, Варенуха? Его нету в театре. Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте. А кто это говорит? Гражданин, прекратите эти шутки. Вас сейчас же обнаружат. Ваш номер. Варенуха, ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы. Это вы, Иван Савельевич? Ну, я. Очень и очень приятно. Что у тебя в портфеле, паразит? Телеграммы? А тебя предупреждали по телефону, чтобы ты их никуда не носил. Предупреждали или нет? Предупреждали. Дали, дали. А ты все-таки убежал. А! Дай сюда портфель, гад. Отдай портфель. Дай-ка я тебя поцелую. В милицию. От члена Массолита Ивана Николаевича Бездомного. Заявление. Вчера вечером я пришел с покойным М.А. Берлиозом на Патриаршие пруды. Как это так? Пришел с покойным Берлиозом. Не ходят покойники-то. Действительно, ничего доброго за сумасшедшего примут. Так. Берлиозом. Заявление. Вчера вечером я пришел с М.А. Берлиозом, впоследствии покойным, на Патриаршие пруды. Так.
Вчера вечером я пришел с Эмаберлиозом, которого задавило трамваем, не композитором. Вдохновленный успехами нашей промышленности в этом сезоне, увеличил количество катушек в своем блистательном номере на две катушки, что на две катушки больше, чем в предыдущем сезоне. Парадокс, поаплодируем, товарищи! Варенуха не возвращался? Откуда? Я сам знаю, откуда. Ну, за что? За что? Прибыл иностранный артист. О, Господи, Боже мой. Итак, граждане, сейчас перед вами выступит известный иностранный артист месье Воланд. Сеансом черной магии. Ну, мы-то с вами понимаем, что ее вовсе не существует на свете. А просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники. Попросим господина Воланда. Кресло мне.
Ты был прав, любезный Богдан. Горожане значительно изменились. Внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. Появились эти, как их, трамваи, автомобили. Автобусы. Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, ну а также и москвичами. Разве я выразил восхищение? Вы никакого абсолютного восхищения не выражали. Так что же говорит этот человек? А он попросту соврал. Поздравляю вас, господин совравший. Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая аппаратура. Совершенно верно. Благодарю. Сколько значительно более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне? О, Боже мой, ты сладкий. Да. Это наиважнейший вопрос, сударь. Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое. Аккурат между трехрублевкой и повесткой в суд о уплате алиментов гражданки Зельковой. Да это ж настоящие червонцы. Сыграйте со мной в такую колоду. Но почему же вы один? А век плезир. Мы все примем горячее участие. Я правильно говорю? Ну? Eins, zwei.